художественность в широком смысле слова, основная особенность искусства, отличающая его от других форм отражения познания жизни, например, научного. Основой художественности, художественного отражения жизни является отражение жизни образа. Художественность в этом смысле совпадает с понятием образа. В более узком смысле слова художественность называют высокое качество произведения искусства и литературы, определяющее его общественное значение. Художественность произведения определяется жизненной правдой и типичностью характера произведения, его идейностью, значительностью общественного идеала, который отстаивает художник, его народностью, мастерством писателя, которым он добивается единства формы и содержания, силой и благотворностью общественного воспитательного воздействия произведения. Художественность – одно из важнейших понятий эстетики и искусствознания, отличающее, во-первых, специфическую особенность.